Эпичная заставка. Всем привет, друзья. С вами Борода, это Neo Escape и обзорчик, и прохождение, и все в лучшем виде от меня для вас. Я ничего не помню. Я не помню мое имя. Я не знаю, почему, но у меня болит голова. На полу есть старые пятна крови, но есть нет травм. Что, блядь? У меня нет голоса. Когда я пытаюсь его увидеть, первоначало, мне нужно найти место для отдыха от дождя. Используй джойстик, используй бег, используй характеристики шкалы еды, здоровья и воды. Поехали разбираться с этой игрой. Так, для начала нам нужно кинуть секунду управлением. Ну что, друзья, отправимся на поиски. Неплохая графика, в принципе. Мы нашли предмет. Элементы всегда блестящие. Может получить предмет, когда вы близко. Давайте получим. Вода. Взаимодействие с водой. Так, хорошо. А предмет, который вы выиграли, это сумка. Если в сумке нет настоящего веса, он не может быть приобретен. Так, хорошо. Отлично. Можете собрать воду? Или нельзя собрать воду? Да, можно собрать воду. Приобретено, одна вода. Хорошо, пошли дальше. Что у нас здесь есть? Здесь у нас ничего нету. А, надо посмотреть ящик. Вскрыть ничего нельзя. Тогда пошли зайдем на двор. Тут вроде бы был вход. Я думаю, здесь нету входа. Хорошо, пошли дальше. А, здесь тоже нету входа. Переход на следующую локацию. Кажется, что автомобиль мертв. Кажется, что прошло время. Почему это просто пренебрегают? А трупы все почердели, как если бы они были в огне. Очень интересный перевод. Есть коробка, ящик сияет. Если вот содержите элементы, подойдите ближе и нажмите кнопку поиска. Давай посмотрим. Так, мы нашли ствол. Это наше оружие. А мы нашли боеприпасы. И медпак. Хорошо, повязка забираем, естественно. Что? Я вроде забрал, не забрал. Ну, я пытаюсь как бы забрать. Ага, вот, приобретено две повязки, это хорошо. Двигаемся дальше. Так, у нас тут эффект вирус заражен. Отлично, я еще и вирус подхватил. Зато мы знаем, что туда заходить нельзя. Так, еще что-то нашли. Давайте откроем дверь. Это люк, это спуск вниз, я так понимаю. Да, хорошо. Мы спустились вниз, есть фонарик. Это уже неплохо. Давайте обыщем помещение. Хорошо. Я не понимаю, почему он не подбирает его. Но факт остается фактом. Я могу это забрать. И я пытаюсь это забрать. Но... типа... окей. Но оно не забирает. Так. Спасибо, что сказали, что зеленый это вирус. Очень вовремя на самом-то деле. Не перетаскивается нигде ничего. Ни туда, ни обратно. Так, вот. Хорошо, есть кнопка. Будем использовать эту кнопочку. Так будет, мне кажется, попроще. Спасительный агент. Так, энергетический платочек. Там тоже есть какой-то лот. И надо как-то попробовать обойти эту хрень, чтобы можно было забрать его и не умереть. Думаю, в принципе, у меня шприцы есть. Думаю, можно рискнуть. Так, хорошо, я аптечку забрал. Ну, в принципе, аптечка, наверное, того стоила. Ну, я так предполагаю. Будем смотреть по ходу развития. Можно идти дальше. Как вы поняли, игра с зомби.
Поэтому в виде Майнкрафта, конечно же, вон первый зомби. У меня был человек, и я подошел, чтобы попросить о помощи. В тот момент, когда я подошел ближе, я почувствовал, что мое дыхание остановилось у человека, где было пульса. Кажется, я тоже заметил. Ужасный перевод. Так, хорошо. Поехали. Файтим. Ну, отлично, в рукопашку можно его убивать. Идет немного, конечно, заражение. Тратится и получается дамаг. Есть травмы, но в принципе я бы не сказал, что что-то прям фатально критичное на самом-то деле. Так, Антон, Сорокин, старые повседневные одежды. Так, хорошо. Я думаю, это все можно забрать. Так. Не знаю, зачем мне повседневная одежда, но Антона Сорокина. Но тем не менее, это факт того, что я могу ее одеть. Вот, пожалуйста, я переодеваюсь в Антона Сорокина. Хорошо, неплохо. Дубинка у меня тоже есть, будем ее использовать. Пошли дальше. Я все ищу возможность зайти в какое-то помещение. Так, у меня проблемы с жизнями. Надо бы, наверное, отхилиться. Хорошо, использовал аптечку, единственная, которая у меня была. Так, она сейчас все полечит. У меня и заражения много, и травмы, кровотечение показывает. Ну, в общем, полная задница, так сказать. Поэтому можно двигаться дальше. What the fuck? Если болтер ударит, требуется время, чтобы восстановить зрение. Если вы потеряли рассудок, вы можете перезапустить его. Ого, и что мне делать? Ого, и как здесь выжить? Что-то пошло явно не так. Слушай, ну здесь было бы нереально выжить. Мне кажется, вы потеряли сознание. Хорошо. Ну, нажмите, чтобы перезапустить экран. Нажал. Ну, вот только что это было нереально. Мне кажется, это сделали специально. То есть нас немного обучили, и теперь вот начинается сама игра непосредственно. То есть они нас познакомили с игрой. Теперь можно пытаться выживать уже по харду самому. Хорошо. Так. Прошли гайд обучения. Так, это все мы пропустили. А это мое укрытие, магазин, хорошо. Ну что, ребята, теперь с началом игры. Так, закрытое убежище. Хорошо, залутаем все, что есть. Так, недоступно, не могу зайти. Так, это черновая машина. Использует монеты для замены предметов, хорошо. Убежище, магазин. Так, наган. Приобретен наган. Окей, что такое наган? Это пистолет. Хорошо. А много рук для взаимодействия на самом-то деле. Кирка, мотыга. Хорошо. Так, я еще и под вирус попал, черт возьми. Это плохо. То, что я не обратил на это внимание на самом-то деле. Колбаса. Ух ты ж, ёптыш, какие они быстрые. Иди нахер. Ты что такой быстрый, братан? Охренеть! Кто бы мог подумать, что зомбач может быть настолько быстрым. Офигеть. Ты видел, братишка? Я офигел, если честно, когда он за мной погнался. Не, ну я предполагал, что за мной может побежать, но не так же быстро. У меня закончилась выносливость. Офигеть, игра хардкорная, друзья. И выносливость тут тебе. Как сюда попасть? И голод, и вода, дробовые патроны. Ну, в общем, все по харду. И игра вроде как реально интересная. Сейчас посмотрим. Тело остается за больницей. Хорошо. Как бы нужно найти какое-то оружие ближнего боя. Я мотыгу нашел. Но я не уверен, что это именно то, что мне надо. Типа. Я ей особо кого-то не убью, мне кажется. Она довольно слабая сама по себе. Так, хорошо. Здесь тоже что-то есть. О, нормально. Шмотки подлетели, аптечка. Стрелковые боеприпасы. Как это забрать? Ну, все, да. Окей. Ой, блядь! Тихо, бей его! Бей, братан! Бей его, сука!
Прикинь, подлетел. Как он на меня заагрился? Жестко. Здесь все по харду, ребят. Короче, походу и шум есть. Убей его, братан. На нахер. Хорошо, я там не забрал шмотки до конца. Так. Это я тоже забыл. Хорошо. Так, давайте оденем. А старая повседневная одежда. Окей. Так, можно залутать. Ух ты, барабан. Заберу. А большой торт и две монетки. Отлично. Это все нам в камир, в копилочку. Так. Теперь я сюда могу пройти нормально. Не, не могу. Здесь должен быть другой обход тогда. Мы его тоже найдем, не переживайте. Так. Вход в это здание есть или нет? Надо разобраться, куда я могу попасть, куда я не могу попасть. Кого с какой сложностью убивать. Ой, там второй идет. Я двоих не потяну, слушай. Ай, беги! Нельзя, чтобы нас... Ой-о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 й, недостаточно. Ё-моё, всё, мне жопа. Да, я умер. Эх, потерял я сознание, друзья. Что-то я его слишком быстро потерял. Да не все агрятся, задолбали. Какого хрена они так агрятся быстро? А лютая игра. Однако. Чё, заново? Да нет. Не-не-не-не-не-не-не, только не заново. Йорк Макарёк, я ещё ночью проснулся. Оу, это по харду. Слушай, ночь, ребят. А вон я. Давайте попробуем себя залутать. В рукопашку надо валить. А что делать-то? Вот так вот. Хорошо, лутаем себя же. Охренеть. И, по-моему, лут-то не весь, если честно. Было побольше у меня всего. Еще и лут, скорее всего... пропадает куда-то как-то. Потому что, ну, у меня было больше в сумке всего. У меня медпак был и все остальное. В итоге я потерял его, скорее всего. Хотя, возможно, вот это еще оно. Да, нет. Нет, у меня такого точно не было. В общем, потерял я, к сожалению, свои ресурсы. Поэтому умирать здесь не советуется. Так, ну что, ребят, я думаю, для первого обзорного ролика отлично. Если вам понравилась игра, пишите об этом в комментариях, мы продолжим ее снимать. И я думаю, это будет по харду. Всем спасибо, был Борода с вами. До скорых встреч, Нерскипер, пока-пока.